Следующий. Здрасте. Здравствуйте. А, Павел, да? Да. Звонили, да? Да. Представьтесь, пожалуйста. Угу. Там второй персонаж, это ваш. Соколов Софи. Угу. Сюда? Да. Кто ты, укрытый ночью и меня подслушавший? Ну, знакомый текст. Я просто пытаюсь понять, а я кто из них двоих? Не важно, просто будьте собой. Хочешь себя настоящего? Ага. Никакой игры. Просто... Хорошо. Давайте, знаете, в паре попробуем. В паре? Греешь. Угу. А, вот привет. Присядешь, хорошо, читаешь текст. Здрасте. Павел. Так, Гриш, твоих слов назваться не могу. Угу. Назваться не могу, ведь имя врет тебе, и ненавистно мне оно теперь. Написанным то имя увидав, я разорву его с бумагой вместе. Не слышал я и сотни слов твоих, но голос узнаю. Ты ведь Монтекки, Григорий, ты... Извините, мне вообще кажется, или это Шекспир? Я просто не понимаю, в чем вместо Ромео Григорий? Да не важно, кто это написал, важно то, как зритель воспринимает. Давайте, знаете что, никаких стихов, побольше мата. Простите? Да, мата. И, мата? Себя настоящего, не надо ничего играть. Мата. Могу еще раз повторить? Да нет, я понял, мата. Давайте, дальше. Не слышал я и сотни слов твоих, но голос узнаю. Григорий, ты? Неплохо. Знаете, еще поменьше стихов, побольше мата все-таки. Гриш, давай. Ни то и ни другое, раз эти имена претят тебе. Как ты сюда пробрался и зачем? Ограда высока, и нелегко ее преодолеть. В саду, заметив тебя Монтекки, родичи мои убьют. Да нет же, ну проще. Можете, пожалуйста, попроще и матом ругнитесь в конце концов. Ругнуться матом? Да. Угу. Как ты сюда пробрался и зачем? Ограда высока и нелегко ее преодолеть. Блять! В саду, заметив тебя Монтекки, родичи мои убьют, убьют к хуям. О, легкокрылая любовь. Меня перенесла через ограду. Целую. Не властны даже каменные стены остановить отважную любовь. Да целую уже. И родичей твоих не испугаюсь. Они убьют тебя. Слушай, паренек, отодвинься от меня подальше. Реагируй. Она ужалила меня? Да нет же, это змей-искуситель, знание из рая. Древо жизни. О, Богородица, избавь нас от Капулетти. Извините, вопрос один. Mm-hmm. Это что, вот это все? Mm-hmm. Вот, ну, вот это что, вот это все? Текст, вот. Пакет, это современный театр, да, ваш? Да, разумеется. Вот это плюшевая, вот это вот хуйня, это, блядь, современный театр ваш, да? Да. Mm-hmm. Вот это вот то, на что я, блядь, время потратил, да? Да мне стыдно сюда приехать было! Вы что творите вообще? Идите нахуй с вашим видением современным. Вы что делаете, блядь? Вы знаете, кто это написал, блядь? Вы хоть знаете, кто написал это, блядь? Это Шекспир, блядь. Вы ебанулись, блядь. Что вы коверкаете, блядь, с этим? Какое современное видение? Я тебе знаешь, что скажу, паренек? Я даже не спрашиваю, сколько тебе лет, блядь. Я просто одну вещь скажу. У меня был такой знакомый один. Угу. На режиссерском учился. Он плохо кончил. Он плохо кончил, блядь. Тебя тоже самое. Иди. Тебя... Да, блядь, вообще ничего не ждет. Сука, блядь. Идиоты, блядь. Дебилы. Павел!